27 июля в Улан-Удэнском ФСК начался юбилейный 25-й турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы чемпиона мира Бориса Будаева. В турнире примут участие около 150 спортсменов. Поединки борцов начались в 9 утра, а в 13 часов стартовала официальная церемония открытия. На ковер универсального зала спорткомплекса вышли команды из Монголии, Южной Кореи, Китая и Казахстана, а также борцы из регионов России. Борис Будаев, которому сегодня исполнилось 60 лет, был слегка взволнован, ведь это его юбилейный год и юбилейный турнир. Я хочу сказать, что огромное спасибо всем друзьям, коллегам, всем спонсорам правительства и города. Огромное спасибо. Пусть на этом турнире победит сильнейший. После юбиляр принимал поздравления и подарки от высокопоставленных гостей, прибывших в ФСК. Я, во-первых, хочу от души поздравить заслуженного человека, достойного представителя Многонациональной Республики Бурятия и нашей Родины, который столько лет отстаивал честь нашей великой многонациональной Родины и добился таких успехов, имя чьё сегодня звучит не только у нас, в России, не только в Бурятии, но и во всем мире. Никакие победы не даются без труда. Никакие результаты не получаются сами собой. И на примере нашего уважаемого юбиляра мы видим о том, что труд, дух, воля приводит к победе, приводит к результату. Напомним, что почетными гостями турнира также стали двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Арсен Фадзаев, заслуженный тренер России Омар Муртузалиев, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина, чемпион Олимпийских игр 1992 года Пак Джан Сун из Южной Кореи.